Слушай, а ты знал одну легенду? Они знают только какую? Самые крутые люди и самые крутые подписчики. Легенда морских легенда штанов. Да, как ты узнал, да! Блин. Ты, видимо, самый крутой чувак. Блин, походу, это было легко узнать. Ребята, а перед тем, как продолжить, хотел сказать, что мои ролики смотрят почти 80% без подписки. Если вы смотрите мои видео, они вам нравятся, то, пожалуйста, подпишитесь, я буду вам очень благодарен. Поехали дальше. Привет, друзья, я Фиксай, сегодня со мной Фиксплей. Здорово. Сегодня вы, наверное, спросите, почему мы находимся под водой и не задыхаем. А по названию ролика вы, наверное, уже поняли, что теперь нам нельзя дышать на суше. Фикс, продемонстрируй, что будет, если мы выйдем на сушу. А чё я-то сразу? Ну ладно, ладно. Так, сейчас пройдет немножко секунд, у нас закончится кислород и начнется у нас... Ну же... Ай, ай, ты чё, мат, блин, что ли, а? Как вы понимаете, теперь мы не можем дышать на суше, а можем дышать только под водой. И у меня осталось полсердечка. Да, серьезно, у меня осталось половина сердечка. Короче говоря, нам нужно каким-то образом, ребята, построить сейчас алтарь, при помощи которого мы будем крафтить различные вещи, чтобы выбираться на сушу. Вы прямо сейчас можете видеть у себя на экранах этот тот самый крафт. И честно скажу, крафтится он достаточно сложно. Самое важное, забыл сказать. Что? Надо поесть. Да, точно, нужно поесть. Смотри, здесь же куча рыбы. Это вообще забавно, что теперь можем рыбу добывать вот таким вот способом. А как мы будем ее жарить-то под водой? Да, в принципе, да, будем просто какую-нибудь печку и все. Под водой. Звучит логично. Поехали. Слушай, я, кстати говоря, никогда не пробовал использовать печку под водой. Кстати говоря, здесь корабль есть, да. О, сундук, сундук, сундук. Так, здесь ничего нету. Один картофель, пшеница. Хотя, смотри, еда есть. А ну-ка, Фикс, покушай. Вот, смотри, тебя загадишь на руку, держи. Вот, я тебе даю сейчас. Опа, оп, блин, супчик. А ничего, что супчик весь вылился уже. О, еще один. Еще один. Карта клада. Опа, это очень хорошо. Как раз таки бумага, не знаю, зачем она нужна, но может понадобиться. Фикс, пьем суп под водой, почему бы и нет? Ты где? Давай вместе хлебанем сейчас. Давай, 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 у меня как раз таки две штучки. Давай, раз, два, три. За Майнкрафт. Ой, что? Прыгучесть. У меня слепота. А, у тебя слепота, у меня прыгучесть. Только я прыгать все равно не могу, но неважно. Окей, смотри. А тогда мы сейчас пойдем за карта клада. Возможно, там найдем железо. Так как для крафта алтаря нам нужен железный блок, сердце моря. И глина, гравий. О, кстати говоря, здесь гравий есть. Давай, смотри, ты пока отправляйся на поиски сокровища, я тут добуду гравий. По-моему, он, кстати, рядом, вот где-то здесь на острове прямо. Серьезно? Мне бы сейчас еще увидеть эту карту клада, ладно. Предлагаю сделать быструю перемотку, пока я добываю гравий. Раз, два, три. Фикса, я либо тупой, либо я не знаю, в какую сторону наплыть. Короче, когда я плыву с картой в руках и начинаю бить, я как будто грибу картой и просто ускоряюсь. Так, ну что же, давай мне карту, хватит вот, кушать вот, смотри, подбирай, и, короче, когда получишь скорость, просто нажимай удар, как будто ты гребешь ей. И вправду. Так, ладно, давай-ка заберем сундучок. Кто там? Все, в нашей семье я повар. Ребята, чтобы вы знали, мы делаем небольшой такой летсплей. Сразу два сундука нашел, чтобы ты понимал. Короче говоря, если вам понравилась эта серия, пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. И мы тогда снимем и выпустим вторую часть уже завтра. Я еще карту нашел, абсолютно согласен. Смотри, у меня есть одинаковые карты, поэтому держи тебе одну. Ты где? А у меня тоже есть одинаковая. А, ты еще одну нашел. Все, окей, тогда плывем на поиски клада. Давай, также. Смотри, мы находимся не так уж и далеко от нее, как я понимаю. Я тоже так думал, но что-то я... Не знаю, куда нам плыть. Кажись, что я уже подплываю к этому острову или оазису. Ты понимаешь, здесь прямо целая такая территория огромная и маленький такой островок. Да, но мне кажется, это тот самый остров, где мы начинали ролик, поэтому надо бы там посмотреть. Давай посмотрим, я уже подплываю. Слушай, а ты знал одну легенду? Они знают только какую? Самые крутые люди и самые крутые подписчики. Легенда морских легенда штанов. Да, как ты узнал, да! Блин. Ты, видимо, самый крутой чувак. Блин. Походу, это было легко узнать. Это моя главная цель на этот летсплей. Ну, а ты там проходишь. Ходи своих драконов убивай, да. Дельфинчик. Привет, дельфин! Класс, смотри, мы теперь очень быстро передвигаемся. Кстати говоря, в этом моде есть предмет, который нам добавляет как раз-таки грацию дельфина навсегда. А, нет, смотри, она нам не дает грацию дельфина почему-то. Мне тоже не дают. Но он, зато он крутой. Короче, это будет дельфин-сырок. Короче говоря, дельфин очень крутой, но мы уже очень близки к кладу. Смотри, он прям за мной плывет, не за тобой, а за мной. Да ты офиги! Может, он просто тебя съесть хочет. Фиксай! Фиксай! А, на меня напали! На меня напали! Кто? Дети, зелененькие чудики, замбурики. А, утопленники, да забудь вообще про них, не, они тебе никак не помешают. Но у них тут целых два сон. А, нет, один. Два топора. О, что нашел-то нам? Че, что нашел?
По-моему, еще один корабль, еще один клад. А, мы рядом! И два топора еще каменных нашел. И еще сундуки. Слушай, не знаю, как ты, а я уже приближаюсь как раз к этому острову. А я нам компас нужен? Компас нам, да, возьми, на всякий случай, не знаю зачем, но давай возьмешь. И еще кучу еды. А, кстати, для тебя есть вкусная еда, готовил лично я. А, нет, дельфин, нет, пожалуйста, нет, нет, дельфин, нет! Бегу, бежи, спасу бежи, бежи. Сейчас, у меня есть чем, да, есть чем. Я даже сломать это никак не могу, где я он? Я плыву. Где, стоп, дельфин? Где он? Вот он, все, вынырнул, вынырнул. Вынырнул? Вот он за тобой. Он не может вынырнуть отсюда, да как о, его железка. Спасти, я не представляю. Ты это, отвернись, смотри. Отвернулся, что? Отвернулся. Смотри. Почти, я слышу звуки. Это... Что ты наделал с дельфином? Я ничего не делал, отправился в лучший мир. Пикс, как тебе не стыдно? Я пытался спасти этого дельфина. Что ты с ним заделал с ним? Ну, просто посмотрел на него. Смотри, что тут есть. Мне кажется, это место складом. Вот оно. Да ладно, да ты что договоришь? Во-первых, у меня есть для тебя еда. Специально для тебя готовил. На, попробуй. Откуда у тебя топор? Я два нашел. Ты меня вообще, по-моему, не слушаешь. Зачем ты мне даешь? Кушай, сказал. Кушай, сказал. Я не буду есть. Я сказал, кушай. Нет, если я, то не на то. Я сам готовил. Глаза. Что ты выкинул-то? Ну, не хочешь ты, я сам съем. Окей, давай, кушай, давай. Вкусно? Да. А, ты еще пару штук решил съесть. А, почему бы и нет, хорошо. Все, давай нам копать, это нужно, это все. Фикс, вот что я тебя слушаю? Знаешь, где я сейчас только что копал? Вообще не в том месте, где находится клад. А, потому что клад находится вот здесь, скажи. Вот прямо, да, вот на этом месте. Подвинься. Ага. Подвинься. Стой, а здесь есть... Я дышать нам нужно хочу. Добыть сейчас дерево. Нам нужно срочно добыть дерево и сделать лопату и кирку. Так-то я пошел туда дерево добывать. Хотя ладно, я передумал. Так что ж ты повторяешь за мной это все, а? Я не понимаю. А что если я буду рыбачить под водой? Ты... Я не знаю, что будет. Слушай, у меня клюет, по-моему. А, это я сам и клюю, подожди. Ты сам себя заведешь в удочку. Да хватит умирать там, ныряй давай. Я живу, пожалуйста. Ух, да-да-да, лучше намного. Все, смотри, я делаю нам теперь верстак. Я сделал верстак. Так, а ну хватит. Ладно, извиняюсь. Давай, тише. В любом случае, тише, я тише, делаю тише. Нам сейчас кирку, я делаю. Сейчас рыбу всю распугаю, ну и что, какая нам разница? Так, слушай, я нам, короче, приготовлю еды. Я забыл сделать нам, знаешь, что лопату. Лопату я забыл нам сделать. Ну, неважно, какая разница. Тебе надо покушать, вот на. Да, да, о, хлеб. Совершенно спасибо, свежий, хорошо. Мокрый хлеб. Совершенно не свежая гнилая плоть, тоже на. Спасибо, очень полезно. Ты все про... Алло, иди за ней теперь, собирай сам вручную. Я для кого старался, готовил. Иди, пошел давай. Все, забрал, теперь можем копать клад с тобой наконец-таки. Да, отлично, давай. Я надеюсь, мы в этой серии хотя бы успеем сделать алтарь. Потому что крафтится, ребята, он достаточно сложно. Нужно найти 9 железа в этом кладе. Слушай, ну, я как главный пират... Да не пей, что ты пьешь меня? Я что? Я как главный пират с компасом, в общем-то, хочу сказать, что... Иди копай. Иду копать. А я пока тут порыбачу, посижу, и мне нормально в целом. О, клюет. Блин, все клюют, а рыбу ни одну не поймал. Слушай, копать мы будем очень и очень долго, я подозреваю. Но почему мы? Ты? Да-да-да, хорошо. Ладно, быстрая перемотка, поехали. Здорово. Здорово. Стоп, я что-то видел. Да, я нашел сундук, это мой клад. Сейчас, да, мой клад, сделаю. Я его нашел, наконец-таки. Все то, что нам нужно. Ну, почти. Фикс, иди сюда, тут я тебе сюрприз привез. Привет, братан. О, нормально, дерево нам добыл. Слушай, у меня мега крутая идея, а давай посадим свое дерево под водой и в конце серии посмотрим, насколько оно выросло. Оно не сможет вырасти под водой, ты о чем? Не, мы же гении, мы посадим как надо. И как, по-твоему? Ну, я тогда этим займусь, мне только лопатка нужна чуть-чуть. Кстати говоря, смотри, нам нужно сделать ведро и поймать фугу еще. Между прочим, я вижу еще один корабль, и я к нему уже плыву. Я нашел кожаную куртку, но штанов я там не нашел. Какое сокровище может быть без штанов, я не понимаю. Здесь еще одно загадочное рагу, я его скушаю, и слепота. Благодарю. Я посадил нам березу под водой. Все, расти. Так, теперь мне бы тебя найти с твоим железом, блин. Да я недалеко уплыл, на самом деле. Недалеко это где? Возле корабля. О, классно, спасибо. Не знаю, как ты, а я отправляюсь на поиски следующего клада. Не знаю, как ты, а я отправляюсь на поиски тебя. О, у меня два компаса, теперь я точно капитан. У меня один. Ну вот и все. Сложная математика. Так, у кого из нас динамит? У кого из нас карта клада? Кто тут капитан? У меня их 4. У меня, знаешь, сколько? Не буду говорить сколько, но много. Понял. На самом деле, под водой плавать как-то... Атмосферно, приятно, круто. Нет, скучно. О, спрутики. Слушай, короче, я так понимаю, можно сделать штаны из спрутов, поэтому ты там давай приключения свои, а я пошел на них охотиться. А, фон, на меня спрут пукнул. Очень увлекательно, спасибо. Мы нашли еще один корабль, а здесь куча железа, у нас уже 19 штук. Чё, что то, что надо, просто то, что надо. Посмотри, какой я быстрый. Ты что, тыкву нашел? Посмотри, какой я быстрый.
О, а что, на что они были зачарованы? Ботиночки на подводную ходьбу 3. О, да ладно! Вот это тебе повезло очень сильно сейчас. Спустя долгое время мы наконец-таки наткнулись на следующее сокровище. Оно прямо уже здесь находится. Фикс, как мы будем это добывать вообще, потому что оно находится, знаешь где, на суше, там нету воды. Зайчик, слушай, у меня есть одна идея. Она лежит прямо у меня в инвентаре. Смотри, у меня есть железо и есть кремень. Или кремень, не знаю, ребят, как это правильно читается. Короче говоря, я сделал огнево, а теперь мы, соответственно, можем подорвать этот динамит. А ты быстро смекаешь. Да, давай, смотри. Значит, где находится этот клад вообще? Получается, давай, вот давай, надо заложить прям под землю куда-то. Окей, давай, сюда. Вот тут. Ой! Взорвали, блин, динамит. Ай-яй, быстрее воду, сейчас килограмм закончится. Что? Что такое? Что там? Там что-то страшное? Подожди. Иди посмотри, это просто нам очень сильно повезло. О, господи, 3 алмаза, еще куча железа, еще и динамит. Фикс, пожалуйста. Ты че? Как это получилось? Алмазы. Ну что же, друзья, момент истины. У нас есть куча железа, у нас есть гравий, у нас есть очень много карт. А также мы нашли глину. Мы готовы делать алтарь. Поехали. Ну что, Фикс, момент истины. Я делал ножницы. Так, ножницы я сделал. Давай. Добываем морскую траву вот эту. Ай-яй-яй-яй. Ну что же, здесь таким вот образом ставим мы глину. Теперь по углам ставим вот так вот гравий. Хорошо. Посередине так. Что у нас идет? Железный блок. Да, железный, да, блок, да, нужен верстак. Скажи, что у тебя есть дерево, пожалуйста. А, у меня есть дерево. Крафти верстак. Но... и ставим его на верстак, его мне не хватает. Ну что ж ты сразу не сказал, придется добывать. Я хоть одну рыбу сегодня поймаю, фиксай. Я не знаю, нужно долго очень. Что? Что это? Что? Что это сейчас было? Смотри. Где? И что это? Пузырек воды. Так, смотри, я ставлю верстак, все. Теперь мы делаем с тобой железный блок. А? Все, железный блок готов, ты пьешь, бесконечно пьешь. Попить воду, хочешь? Короче, ставим железный блок, берем сердце моря и кидаем прямо посреди. А, стой, нет, столько, куда я? Я поспешил немного, нам же еще ламинарию нужно здесь высадить вот таким вот образом. Держи сердце моря, давай. Раз, два, три. Немного не туда кинул. Так, ладно, сейчас получится. Раз, два, три. Хоп, пшо. Что-то не получилось, кажется. По-моему, нам надо траву местами поменять. Ура, получилось. Е, у нас получилось. Ребят, смотрите, это реально работает. У нас есть теперь свой морской алтарь. Я запомню координаты. А теперь взорвемся нафиг. Все, ребята, теперь я думаю, что мы готовы крафтить вещи. Но я думаю, что это мы сделаем уже в следующей части. Друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк прямо сейчас. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Если вы не видели прошлое видео, то кликайте по подсказке, а также по конечкам. Там очень крутые, интересные видосики. Для вас остался Фиксай, а также Фиксплей. Это вот единственное мое слово за все прощание. Да. Всем спасибо огромное за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, до встречи и пока. Пока.